Удар с разворотом, атака коленом в прыжке, обмен короткими ударами в клинче у канатов и даже на них. Все на скорости и так в каждом поединке турнира. Побеждали сильнейшие. Проваливал удар его и получалось что-то. С разворота ногой попадал. Ну, с концовкой понравилось. Соперник подустал как бы уже. Ну и все, я вижу, как бы, что уже назад пятится. По ногам ударил. Переломным в споре с новосибирцами стал поединок Александра Осетрова, меч в красной майке. В разгар турнира гости вели с перевесом в пару баллов. Осетров сильными жесткими ударами с обеих рук сразу заставил бойца из Новосибирска уйти в оборону. Наносил точные удары во фронтальных и во встречных атаках. В третьем раунде несколько раз потряс соперника ударами ногами в корпус. Выиграл поединок. Перед становлением, когда я готовился, у меня болели ноги. Я ими не бил, я бил только одними руками, как бы очень сейчас они мне пригодились. Получались больше всего прямые, боковые, и с колена с прыжка тоже выпадал. А мячи продолжили в том же духе, 3 победы подряд. По баллам наши ребята опередили новосибирцев 6-4. 2 победных очка принесли боксеры из клуба «Сиам». Их тренирует руководитель региональной федерации Юрий Дюрть. Мы планируем этих же спортсменов, которые здесь будут победителями, вывозить на другие чемпионаты, которые будут проходить. Мастерские турниры. Поколение растет, обрастает опытом, становится, можно сказать, матерыми спортсменами. Владимир Истомин, Кирилл Борисевич, Антенна 7.